Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Пришло время хайпануть. И хотя я очень долго не хотел этого делать, несмотря на то, что вы меня просили, но вчера мне позвонил мой друг Юра Спасококотский и попросил сделать мой обзор на все это безобразие. Естественно, в кавычках. Давайте посмотрим, что получится. Начнем с того, что смешно и глупо обсуждать, кто первый поднял ту или иную тему. И я очень много писал и говорил в своих видео о читинге, и другие блогеры. И если подумать, то, наверное, Юра Спасококотский первый, кто об этом заговорил. Не потому, что Юра самый грамотный и умный из нас, хотя я этого тоже не исключаю, а по той простой причине, что Юра первый, кто додумался делать подобный контент на YouTube, на русскоговорящем YouTube. Ну что, с этим определились. Если же мы будем продолжать говорить, что я вот сделал это, а все после меня начали делать то же самое, то мы превратимся в Леонида Егорова, который считает, что он самый умный, самый грамотный, и все мы, блогеры, бодибилдеры, учимся у него, читаем, слушаем его, а потом уже сами это все от себя говорим. Ну, как вы понимаете, это, мягко говоря, неправда. Ну что, друзья, читинг. Я уже тоже снимал давно очень видео о читинге, у меня есть и статьи, и своего мнения с тех пор не поменял. Не потому, что я такой консервативный, тупой или упертый, а потому, что я пока не вижу никаких оснований, кто бы что ни говорил, что читинг не работает, если знать кому, когда и самое главное, как его использовать. И Дмитрий Головинский, и Юра Спасококотский, и Денис Зиновьев. Мы с ними в хороших, нормальных, приятельских, с некоторыми даже в дружеских отношениях. И поэтому я тоже не собираюсь никого критиковать. Но не только поэтому, а на самом деле, что каждый из них по-своему прав. Как такое может быть, скажете вы? Ну, возьмем с того, что говорит Юра. Юра говорит о том, что если правильно, грамотно использовать читинг, то это во благо. Я с ним согласен. То, что показывает в своих роликах Дмитрий Головинский по поводу читинга, а мы все почему-то всегда говорим о бицепсах, когда говорим о читинге, всегда все подразумевают именно бицепс. Возможно, потому что это именно те упражнения, где больше всего хочется чингануть, где хочется именно помочь себе взять побольше вес, потренировать свое эго, как в 99% случаев и бывает, нежели прокачать мышцы. Так вот, Дмитрий Головинский все, что показал относительно углов, это имеет место быть, это практика. Человек поднимает на бицепс в строгом подъеме 106 килограмм и знает толк в этом. Поэтому, друзья, если ваша основная цель
это поднять как можно больше вес, то к этому как минимум нужно прислушаться. И что касается Юры, мы уже разобрали. Что касается Дениса Зино, он говорит о том, что читинг вообще никогда никому не нужен. С этим тоже я не могу согласиться. И не знаю, Денис, почему ты лазил, искал где-то определение читинга, когда ему дал и его создатель Джо Вейдер. И Джо Вейдер, и наш любимый Арни, который Шварценеггер, всегда говорили, что, друзья, не путайте, как говорит, кстати, Дмитрий Головинский, что читинг – это инструмент, который призван не облегчить наш тренинг, а это зачастую в 90% случаев делает основная масса посетителей тренажерных залов, а наоборот усложнить его. Как это делать, нужно понимать и уметь. Что хочется сказать еще очень и очень важное по поводу читинга. Друзья, и здесь я целиком и полностью соглашусь с Денисом Зиновьевым. Читинг – инструмент не новичка и даже не середнячка. От читинга пользу получит только опытный атлет. По-настоящему сильный, по-настоящему опытный, по-настоящему понимающий, чувствующий свои мышцы, свою систему. Это очень важный момент. Поэтому, друзья, если вы только вступили на путь качки, если вы занимаетесь 2, 3, 5 лет, поверьте, вам читинг еще рановато применять. Что касается читинга для опытных атлетов, здесь мы с вами уже определились, что он очень важен. И относительно того, что мы говорим всегда о читинге применительно к бицепсу, задумайтесь, друзья, ведь очень многие имеют проблемы с поясницей, с позвоночником, с грыжами и протрузиями. Так вот, вы будете шокированы, удивлены, как минимум, если задумаетесь узнать, какое самое распространенное упражнение по статистике, приводящее к проблемам с поясничным отделом позвоночника. Ну-ка, накидайте ваши варианты. Нет, друзья, это не приседание, не становая тяга, как подумало большинство, а подъемы штанги на бицепс. Почему? Да потому что, как говорит Дмитрий Зиновьев, вы в основной своей массе работаете как глиста в скафандре, мотаясь в поясничном отделе вперед-назад. Это не есть читинг, это есть наедалово самого себя. Вы просто обманываете самого себя. Что касается того, что Денис говорит, что тренироваться и прогрессировать можно только используя эти 4 фактора, которые якобы, но на самом деле они так и являются запуском нашего роста. Это гормоны и аминокислоты. Следующие – это свободный креатин и оптимальное закисление. Но первые два самые грамотные, самые главные, и с этим не поспоришь. Если не будет гормонов, не будет роста. Если не будет аминокислот, строительных кирпичиков для построения новых мышц, то они просто не будут расти. Это факт, это законы. Все остальное второстепенно. И если вы задумаетесь, то прогрессировать, в принципе, можно на любой программе, даже не закисляясь, не доводя себя даже до закисления. Не будем говорить там оптимального. Почему? Потому что если вы будете грамотно питаться и ваши тренировки будут иметь прогрессию в росте силовых показателей, вы будете прогрессировать и в силе, и в мышечной массе. Опять-таки до определенного момента. Что касается тренировок по всеми нами уважаемому Виктору Николаевичу Силуянову, условно говоря, по Силуянову, это когда мы тренируемся определенным образом на гликолитические мышечные волокна и определенным образом на окислительные. Я знаю, многие из вас начнут кидать сейчас в меня говняшками, но ничего страшного, я уже к этому привык, по экрану все стечет. Так вот, друзья, если вы новичок, то вам не стоит
пока даже читать о том, как тренировать гликолитические мышечные волокна, как тренировать окислительные мышечные волокна. Вы должны задуматься о том, как сильнее, как создать мощную силовую базу из крепких сухожилий, из хорошо наполненных, проработанных мышц и, самое главное, наработки нейромышечных связей. Поверьте, лучше всего для новичка и первые 2 года заниматься по моим ступеням, которые есть в свободном доступе на моем сайте HM Gym и в моей книге. Кстати, книга стала бестселлером в русскоязычном интернет-пространстве. Именно поэтому со мной связалось агентство, самое крупнейшее на постсоветском пространстве, и выпустило ее в печатном виде. Вторая моя книга о женском тренинге и 3-я книга о проблемах со спиной, как их избежать и как их не допустить, они есть только в электронном виде. Но полностью, целиком и полностью, как они есть, вы можете приобрести только у меня. Все, что вы покупаете где-то в интернете, это все неполные издания. Обращайте на это особое внимание, чтобы не попасться на такую ловушку. Так вот, друзья, если бы это было только мои слова и только мой опыт, уже тысячи людей, вы почитайте в комментариях, получили пользу от программ по ступеням. И там нет вообще ничего связанного с тем, о чем мы говорим в принципе сейчас. Как это работает, оставим на откуп науки, когда-нибудь она объяснит. Кстати, я давал эту свою книгу, подарил ее Стефану Диасу специально, чтобы он ее изучил. И Стефан сказал, что это действительно правильно, грамотно будет начать заниматься бодибилдингом именно по этим ступеням. Почему? Да потому что вы будете становиться сильнее, мощнее. И когда перейдете уже непосредственно к тренировкам по науке, по периодизации на гликолитические, окислительные мышечные волокна, вы получите гораздо больший эффект и видимый результат. Поверьте, проверено и в лице Стефана Диаса доказано, что ступени действительно правильные и они работают. И, друзья, самое главное, что в ступенях, то, что вы имеете четкий конкретный план, четкие конкретные ориентиры в виде нормативов и тестов, чтобы знать, когда переходить на новую ступень, где будете работать по новым программам. Больше такого нет нигде. Вот почему я за правильный научный подход в бодибилдинге. Бодибилдинг почему-то считает себя очень обособленным видом спорта, как будто мы все жители планеты прилетели с разных планет и осели здесь. И каждому из нас нужны различные типы тренинга. Друзья, в большей степени это все чушь. Особенно, когда вам тренер втирает: ты эктоморф, тебе нужно тренироваться так, ты эндоморф, тебе нужно тренироваться по-другому. Вот это вообще полный дебилизм. И если тренер вам говорит такое, то он просто ничего не понимает в тренинге. Хочу сказать еще одно. Я знаю очень многих людей, кто использует фармакологию, но не имеет от этого никаких бенефитов. Серьезно, друзья, есть люди, которые используют стероиды и не получают от этого никакой пользы. Многим она вредит, но основной массе, конечно же, дает колоссальное преимущество. Но это и об этом нужно задумываться уже, когда вам перевалило за 35. Если вы поступаете наоборот, то это тоже дебилизм. Потому что наши гормоны в молодости и то, что вы сделаете в натурашку на молодости, останется с вами навсегда. Если вы начинаете тренироваться с фармакологией, то все, что вы набрали, все так же сойдет на нет, полностью на нет, когда вы закончите свои тренировки. Поэтому, друзья, думайте своей головой всегда перед тем, как что-либо сделать. Надеюсь, ролик был вам интересен и полезен. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Ставьте лайк, пишите комментарии, пишите, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. И увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, а для себя я открыл очень качественный продукт и, на удивление, из России.
Это продукт эргонин. Я вам уже говорил о нем и показывал не раз. Они также выпускают еще и лизин. А сейчас я жду, чтобы ребята прислали мне еще и новый свой продукт. Один из моих любимых – это аргинин. Я его протестирую, тоже вам скажу. Но эргонин, друзья, побил все мои ожидаемые эффекты. Во-первых, этот препарат изготавливается на таких мощностях, по такой технологии, у которой нет аналогов в мире, она очень дорогая, и не зря продукт эргонин был отнесен, приближен к настоящему протеину, к настоящему белку. Для тех, кто понимает, это говорит очень о многом. И это я рекомендую не столько для спортсменов, а для спортсменов, конечно же, особенно, но и для здоровья простых людей. Эргонин был выпущен именно для хорошего самочувствия. Все вы знаете, насколько сейчас некачественное питание, некачественные продукты в наших супермаркетах. Я немножечко тоже скептически относился, пока не стал использовать. Уже через неделю я почувствовал, друзья, действительно колоссальный прилив сил, энергии. Высыпался и восстанавливался после тренировки лучше и качественнее. Так что попробуйте, как его приобрести, я оставлю номер телефона, и по этому номеру телефона можете писать или звонить на WhatsApp, вам расскажут, как вы можете заказать эргонин и другие продукты данной компании. А также, друзья, не забывайте, что 1 июня стартует обучение. Обучение от меня и от Стефана, которое даст вам невероятное количество современных, научно обоснованных теоретических и практических знаний, что поможет вам самому тренироваться и быть одним из лучших и грамотных тренеров. Обучение будет длиться 1.5 года и будет разбито на 3 триместра. Каждый триместр по 6 месяцев, полгода. В конце каждого вы будете сдавать экзамен и получать сертификат на русском и на английском языке. Интерактивное с обратной связью обучение. И после всего этого тот, кто успешно его пройдет, будет нами рекомендован и мной, и Стефаном во всех наших соцсетях, как один из тренеров, которому можно и нужно доверять. Ну а мы увидимся с вами, друзья, уже очень и очень скоро. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.